Господин капитан, линия обороны прорвана. Наши части бегут. Господин полковник, линия обороны прорвана. Что? Наши части, сдерживая натиск противника, отступают. Черт! Они сделали то, чего я боялся больше всего. Они прижали нас к болоту. Разведчики утверждают, что местные жители проходят по этим болотам. Правда, по тропинкам известно только им. За эти сведения отвечаете вы. Послать 4 людей, знающих русский язык. Разведать дорогу. Достать проводника. Мы должны выйти за расположение русских. Сюда. Никого. Весь лес обшарили. Никого. Даже следов. И тех нет. Не может быть, чтобы немцы не искали выхода. Обязательно ищут. Только не найдут. А мы их найдем. У меня по всему лесу люди расставлены. Так вот, просьба к тебе, дед Андрон. Ежели немчура появится здесь, шевелиться, если начнут, ты уж, пожалуйста, предупреди. А то очень не хочется выпускать-то их отсюда. Пускай в наших болотах белорусской водицы хлебнут. Понятно. Выпускать их, конечно, нельзя. Стоять мы будем на бывших хуторах. Сигнал подашь дымовой. Или вон внучку пошли. А еще куренок. Я сам прибегу. Куренок? Ничего. Подрастет, тогда возьмем. У тебя закурить-то есть? Ну как-нибудь. Немец табак забрал, так я вишневый лист сообразил. Давай, телка. Как куда? Лес надо обойти, проверить. Ну вот и я с тобой. А ты слышал, что Яйка Дубовик сказал? Слыхала. Слыхала, ничего не поняла. Все дело серьезное, ответственное. Ну вот я с тобой пойду. Вот когда можно, так можно, а когда нельзя, так нельзя. Ну вот в случае чего, где я тебя искать буду? Ух ты, совсем я от рук отбилась. Ты вот лучше цыплят покорми, ведь вот... Знаю, свои, не чужие, все слыхала. А вот теперь ты никуда не пойдешь. Да куда ты кличешь? Ты же сама цыплят под печку спрятала. Эх, девичья твоя память. Память. А кисет-то взял? Взял. А трубку? Трубку? А трубку не взял. А говоришь, девичья. Ты что, подкладывать? Да я уже ела, я не хочу. Не хочешь, как хочешь, а мне не подкладывай. Ты вот что. Из хаты без меня ни на шаг. И, боже мой, немец сейчас злой, как осенняя пчела. Да знаю. Знаю. Дед, ты только к Кузьме не заходи. А то там начнете войну обсуждать. А ты вот тут сиди одна и тревожься за тебя. Я скоро вернусь. А ты, слушай, чего? Так в яму прячься.
Добрый день. Здравствуй, дед. Здешний? Тутейший. Это хорошо. Садись. А то мы тут с дороги сбились. Может, покажешь? Ну что ж, можно и показать. Лес да болото у меня як на ладони. Это что же, немецкое? Трофейный. Подходящее оружие. А куда ж вы идете? Так все ему и расскажи, куда, откуда. У военных дедушка про такие вещи не спрашивают. А я не спрашиваю. Вы сами просите дорогу показать. А как можно показать, когда не знаешь, куда вам надо? Нам нужно через болото, на большой тракт выйти. А зачем через болото? Тракт, вот он. Там как раз и наши части должны проходить. Тракт рядом. Нам надо через болото. Понимаешь, дед, через болото. Через болото трудненько. Трудненько через болото. Да вам одним и не пройти. Вот что, милые люди. Ступайте вы до моей хаты, она будет тут недалече, и километра не будет. Отдохнете. Внучка моя пчелкой зовут. Чайком вас напоить. Сахар, конечно, ваш. А я вот только Кузьме за хлебом сбегаю, тогда вас и проведу. Бывайте. Ну что, старая лиса, ты кого вздумал обмануть? Немцев? Ну вот, так бы вы и сказали, что немцы. Довольно болтать. Ты сейчас проведешь нас через болото. Марш! Да пусти ты! Марш, марш. Легко сказать, марш. Да я же вам толком объясняю. Через болото дороги нет. Я в последний раз спрашиваю. Будет дорога? Какая это? Какая же дорога? Чего испугалась? Думала, немцы. Ну, здравствуй. Пчелка. Здравствуй, пчелка. А вы откуда меня знаете? Да кто ж пчелки не знает? Все же знают. Знаю. Вы шутите. Вы деда встретили, он вам и сказал. Дед! А где дед? Он не скоро вернется. Он по делу пошел, понимаешь? А, понимаю. Ну, что же вы стоите, товарищи? Садитесь, пожалуйста. Он здесь на лавку или вот на лежанку. Пожалуйста. Были у нас и табуретки, так вот ганцы их сожгли. А нам дедушка сказал, чтобы ты нас горячим чаем напоила, с сахаром. И через болото на большую дорогу провела. Это дедушка сказал? Да, дедушка. А ты дорогу-то знаешь? Да знаю. Можно, конечно, и через болото. Я вот сейчас за водой сбегаю, а вы пока печку здесь растопите. Чай с сахаром. Это дедушка пошутил. Вот если бы раньше, так я бы вас таким чаем угостила. С медом, с маслом, да с молоком. У нас и корова своя была. Проводник есть. Вполне надежно. Отлично. От деревни тяните за собой телефонную линию. Да.
Это будет для нас указателем пути. Сейчас я выступаю. Хорошо. Хорошо. Пока все идет хорошо. Потерял трубку, это еще не беда. Тогда нет, не то, ну идемте же скорее. Подожди, подожди. Твой деда далеко отсюда встретил? Да как же, вот там у ручья надо... Это что ж такое? Это где же вы ее нашли? Да как же вы посмели? Ведь я же ее от немцев уберегла, а вы... Да как же ты посмел? Успокойся, пчелка. Товарищ командир! Успокойся, пчелка, не плачь. Мы двое суток не ели. Ты видишь, наш товарищ ранен. Ему нужно отдохнуть. Он потерял много крови. Вот мы доберемся до первой деревни, и я достану тебе столько цыплят, и на сетку достану. Не жалей. Ты нас прости, пожалуйста. Я уже их ругал. Что с тобой? Пчелка. Ах, он раненый. Так мне для него не жалко. Мне сейчас совсем ничего не жалко. Кушайте, пожалуйста. А я только за водой сбегаю. Нет, пчелка, мы чай пить не будем. Нам нужно идти, и ты нас проводишь. А, да, через болото. А может, все-таки выпейте чаю, а? А я мигом. Рада бы, да. Пора. Надо идти. Ну что ж, пошли, пчелка. Товарищ командир, свитку я забыла. Вы меня подождите, а я сейчас. Свитка, 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 свитка. Что? Иду! Иду! Свет, идем скорее.
Кузьма Никитич, дым! Где дым? Горит хата дядьки Андрона. Хорошо. Первое отделение в ружье. Ну вот и обнаружили немчуру. Не иначе дед Андрон сигналы подает. Идемте. Сколько можно еще идти по этому болоту? Ты говорил, что скоро будет сухая тропинка. Может быть, ты спутала дорогу? Да нет, что вы! Вон видите березки? Так вот от этих березок не больше километра будет сухая тропинка. Он третий раз говорит про километр. Мы прошли уже не меньше пяти. Может быть, нам вернуться обратно? Я предпочитаю пройти по болоту еще 5 километров вперед, чем один назад. Вперед! Ну, пчелка, где же твоя тропинка? Тропинка? Так вот же, вот и тропинка. Ну, идите, идите за мной. Зачем было поджигать избу? Это очень неосмотрительно. Может быть, потушить? Неважно, пусть горит. Я дальше не пойду. Тут нет дороги. Да что вы? Как же нет дороги? Вон! Вон уже и сухая тропинка. Конечно, нужно идти обратно. Я давно вам говорил, господин капитан. Тихо! Вы с ума сошли. Пчелка, мы решили идти обратно. Нет. Обратно я вас не поведу. Вы думали меня обмануть. Думали, девчонка. А я вас обманула. Что ж, я не вижу, что вы немцы. Я вас нарочно сюда завела. Здесь болото, трясина. Еще ни один человек, не зная наших мест, отсюда не возвращался. Пчелка! Что? Страшно? А мне, думаете, не страшно? Это вам за дедушку. Это вам за мамку. Это вам за всех нас. Слышите? За всех нас. Тоните! Тоните здесь проклятые ганцы! В кого это они, а? Наших в трясине нет. Здесь не пройти. Давай в обход через Березняк. Перестаньте стрелять, дурачье! Вы подстрелите нас! Сядь, девчонка! Сядь, ее живет! Вот они следы, свеженькие. Игнатыч, веди. Это чья же свит? Пчелкина. Ей-богу, Пчелкина. Пчелкина? Так-так. А ну бегом, ребята. Черт возьми! Если не можешь ее догнать, стреляйте! Все равно, все захлебнетесь в этом болоте. Слышите? Если вы ее убьете, вы не выберетесь отсюда! Все равно вам отсюда не выбраться. Слышите? Если она уйдет, будет еще хуже. Thank you.
Все равно не уйдете. Меткий выстрел, господин капитан. А что же дальше? Сядь ее. Может быть, она еще дышит. Эта дрянь. За мной! Бегом! Руссин! Руссин! Живьем! Живьем бери эту сволочь! Ай! Ну, все кажись. Нет, где-то пятый был. Где пятый? Где? Товарищ командир! Ну? Камыши он убег! Не успел догнать! Не успел догнать, Росява! Беги, догоняй! Пошутил. Ни один гад не ушел отсюда и не уйдет. Челка. Не уйдут. Thank you.
Товарищ капитан, ефрейтор Фаталинский прибыл в ваше распоряжение. Хорошо. Так, а вы, товарищ Фаталинский, в боях-то бывали? Не пришлось, товарищ капитан. Ну ладно, это ничего. Куда мы его? На танк «Беларусь», у них нет пулеметчика. Хотите на головную машину? Как прикажете, товарищ капитан. А вы что ж, боитесь? Нет, это боюсь по неопытности. У нас в школе так много говорили про танк «Беларусь». Видите как? Да. На совести нашей малютки не одна сотня угробленных фрицев. Ну ладно, можете идти. Назначьте его на танк «Беларусь». Есть. Беларусь, тебе мы завжди помним. Край моров, озера выкрни. Беларусь, не будешь ты в полоне. Мы придем из нищих чужаниц. Наш удар не стремать, наши пушки гремять. Не даруя фашистам николи. Идем, Беларусь, идем, Беларусь, и под нами снарядь отделали. Идем, Беларусь, и под нами снарядь отделали. Да, в мире есть много прекрасных городов. Ну, самый красивый город на всем земном шаре, это, конечно, Москва. Ну, а потом, безусловно, Ленинград. А вот на третьем месте стоит город Копоткевичи. Что, что? Кто? Копоткевичи. На берегу реки Оресы. В древние времена рай помещался именно там, это точно известно. Копоткевичи? Да. Я про такой город в эфире не слыхал. Мало ли, что мы не слыхали, не видали, не пробовали. Вот некоторые товарищи разбираются в пулемете, а пороха, извините, не нюхали. Так что ли, товарищ Нафталинский? Моя фамилия не Нафталинский, а Фаталинский. А. Фаталинский. И если вы про меня, если вы про порох, то я не виноват. Я здесь только 5 дней, вот. И учтите, товарищ, что в городе Полоцке я выжимал левой рукой 3 пуда. Сколько? 3 пуда. Кто? Я. Ты? Я? Ха-ха, братцы, нагнись, брехня летит. Прекрати дискуссию. Что это, природа на вас действует, а? Еще бы. 21 день на одной точке стоит. Смотришь, так и война кончится. Вот приеду домой, отец же спросит, где, мол, сынку был, кого видел, кого бил, немцев ли, итальянцев ли, румын ли. А чего я ему скажу при такой ситуации? Если не считать, конечно, 17 танков, которые подбила малютка, то... Ситуация действительно сложная. Мирно! Товарищ капитан, экипаж машины «Беларусь» занят профилактическим ремонтом. Бойцы здоровы, машина к бою готова. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте! Больно. Ну как летаете, орлы мои? От машины до столовой и обратно летаем. Малютка рвется в бой, мы тоже. Точно. Неудобно получается. Живем прям как в санатории. Уж я вижу. Пора ехать, товарищ капитан. А я сам думаю, что пора. Продолжайте работать. Есть. Есть. Товарищ ефрейтор Мирон Фаталинский, пулеметчик. Здравствуйте, товарищ Фаталинский. Ну как, с товарищами-то подружились? Подружился, товарищ капитан. Эх, хороший у вас товарищ. Хороший товарищ. Хороший товарищ капитан. По-моему, тоже. Ну идите. Ну так вот, скоро вас из этого санатория выпишут. Понятно? Понятно, понятно, товарищ капитан. И опять пойдем мы вместе с вами головной машиной. Я 41-26. Я 41-26. 38-45. 38-45. Иду вперед! Иду вперед! Пехота противника! Право 20 градусов! Есть! Право 20! Орудие! Осколочное! Прицел 12! Есть! Огонь!
41-26, 38-45, 38-45. Прохожу темную палку. Зенитки, сволочи! Заклинило башню! Чего? Башню заклинило! Пробит масляный бак! Надо отводить танк в укрытие. Задний ход! Окружают гад! Надо прикрыть танк. Разрешите, товарищ капитан? Берите пулемет. Здесь мои документы и адрес матери. Она в Белоруссии. Так, значит... В случае чего найти и передать. Хорошо, идите. Понятно? Понятно, товарищ капитан. Воронку спрятали. Правильно. Снаряд в воронку редко попадает. Зачем? Зачем? Убрать. Белорус? Белорус, товарищ капитан. Из Полоцка. Из Полоцка. Ну так вот смотрите у меня. Полоцк, так сказать, самый старинный белорусский город. Да. Половчане первыми били немцев. Псов рыцарей. Вот вы говорите, половчане их били. А нам их добивать надо. Сейчас я его на ремонт поставлю. Фланг прикрывать надо. Товарищ капитан, я пойду. Я тебе пойду. Выполняйте приказ. Как же это так, а? Нафталинской, родной. Не Нафталинской, Фаталинской. Ага. Мирон Фаталинской. Товарищ капитан, испейте водицы. Сейчас медики приедут, отвезут в госпиталь вас. Вы не скучаете, товарищ капитан? А я и не скучаю. Ну, все целы. Ага, все, товарищ капитан. Шубенок, дробка. Я про пулеметчика спрашиваю. Пулеметчик? Понятно. Ах, жалко, хороший пулеметчик был. Жжет, небось. Ага, жжет. Вожди ты.
Малютку нашу здорово покалечила. Еще не сделали такого снаряда, чтобы нашу малютку на вовсе покалечили. А это мы залечим. Залечим. Вот вернетесь, не узнаете. Нет, Шубенок. Я нашу малютку всюду узнаю. Интересно, кто раньше из ремонта выйдет? Я или малютка? Поправляйтесь, товарищ капитан. А с малюткой все в порядке будет. Стойте. Слушайте, что я вам скажу. На войне счастье изменчиво. Не пробились сегодня, пробьемся завтра. Прощайте, орлы. Все, ищите. Идет к тому, что не сегодня, завтра. Тут для него получится тяжелая комбинация. Понимаете? Вот только посмотрите. Ну-ка. Вот. Полное окружение. Да. А вон тут. Один шаг и Беларусь. Да. Не вовремя нас с вами царапнуло. Да. Люди вперед, а мы назад, в тыл. Ну-ну-ну. Не знаю, как вы, а я в тыл не поеду. Возьмите градусник. Опять температуры примочки грелки. Капитан. А, орлы. Ну что же, забыли совсем. Я за вами посылать собирался. Ну, садитесь. А, мы приходили, только доктор нас не пустил. Говоришь, человек покой нужен там. А сегодня вам сообщили, что вас отправляют в тыл. Ну вот мы пришли проститься с вами. Кого, меня? Вот и я так думаю. Еще не выдумали такого доктора, что вдруг здорового человека в тыл отправлять. Да. Так что не волнуйтесь, товарищ капитан. Не волнуйтесь. А я и не волнуюсь. Ну, как наша малютка-то? Здорова? А малютка сегодня-завтра из ремонта выходит. А, ну и я от нее не отстану. А, хорошо. А это что? Это же не моя планшетка. Это Мирона Фаталинского. Ах, Фаталинского. Дорогой сыночек, может быть, это последнее письмо, что мне суждено тебе писать. Над нашим краем нависли черные хмары, и день превратился в черную ночь. Вас ждет растоптанная, слезами и кровью залитая белорусская земля, измученные жены, матери, дети, мы больше не люди, у нас нет даже имени. Нам повесили деревянные бирки на шею и загнали за колючую проволоку. Отстань! Отстань!
лишь конец нашим покутам. А Голландской империи нужна рабочая сила. Убирайте, дети! Страшного мщения требует от вас сотни тысяч замученных жертв. Вас ждет растоптанная, слезами и кровью залитая белорусская земля. Вас ждут измученные жены, матери, дети. Вот и все. Это наказ народа. Это боевой приказ. И мы его выполним. Служим Советскому Союзу! Проверить машины. Нет батареи! Малютка знает, кого и за что она тает!